Когда мы критикуем других людей, что происходит? Наше подсознание не умеет отличать, когда мы критикуем других и когда наша критика обращена к нам самим. Так что если вы замечаете, что очень критично относитесь к людям, постоянно находите недостатки в их поведении, осуждаете их, то ваше подсознание воспримет подобное поведение как образец и неизбежно будет также критиковать вас самих. Поэтому важно научиться замечать, когда мы критикуем других людей, и останавливать себя.